Завтра утром температура воздуха в Латвии понизится до -1–-7 градусов, прогнозируют синоптики. Самая низкая температура 9 ноября за последние годы была зарегистрирована в 2016 году – -13 градусов. И в тот год по всей стране уже образовался снежный покров. Днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Температура воздуха составит +1–+6 градусов. В Риге температура воздуха утром во вторник понизится до -2, местами в пригороде до -6 градусов, а днем составит +3–+4 градуса.